В 130-м квартале настоящий ажиотаж. Люди пришли пообщаться с известным писателем из Стамбула Эльчином Сафарли. Автор таких бестселлеров, как «Мне тебя обещали», «Расскажи мне о море», «Когда я вернусь», «Будь дома». Он в своих произведениях рассказывает о восточных традициях, культуре, быте и, конечно, любви. Особенно пользуются популярностью его книги у женщин. Теплая и душевная встреча с иркутскими поклонниками прошла в магазине «Продолит». Начала отчитывать дни в календаре с тех пор, когда узнала, что он сюда приедет. У меня вот эта книга называется «Она говорит, я хочу домой». Она появилась в моей жизни в очень определенный момент, очень сложный был для меня. И прежде чем попасть ко мне, она проделала очень большой путь. Не шла до меня несколько месяцев. И вот она как будто лично для меня была. Книги Эльчина Сафарли пользуются в России огромной популярностью, и Иркутск не исключение. На встрече с поклонниками писатель презентовал свою новую работу «Дом, в котором горит свет». Книга уже представлена на полках магазина «Продолит». Я привез сюда свою новую книгу, которая называется «Дом, в котором горит свет». Правда, она уже достаточно быстро обрела популярность, это радует. Значит, мы делаем все, мы двигаемся в верном направлении. И вот сегодня я приехал скорее не привести книгу, а познакомиться со своими читателями в Иркутске. И приятно удивлен. Приятно удивлен. Спасибо за теплый прием. Суммарный тираж книг Эльчина Сафарли – около 500 000 экземпляров. В 130-й квартал пришло больше 500 человек. Приехали даже из других регионов Иркутской области, чтобы лично пообщаться с автором. Закончилось мероприятие автограф-сессии. Все желающие получили заветные пожелания и смогли сфотографироваться с писателем. Следующим местом встречи с поклонниками станет Новосибирск. Мадина Халикова, Константин Синицын. Новости сейчас.